Кухня ЖКХ. 8 лет существует в России плата за капитальный ремонт. Около 4000 рублей в год мы с вами платим. И часто звучат жалобы, что не доведется увидеть этого капремонта. Но иногда препятствие для капремонта – это мы сами. Наш гость, генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов, об этом расскажет. Громадная проблема – допуск к общему имуществу при капитальном ремонте домов. Это трубы холодной, горячей воды, это стояки канализации. Все то инженерное оборудование, которое необходимо для эксплуатации более одного помещения. То есть стояки в доме – это общее имущество. Оно закрыто коробами, плиткой. Доступ к ним собственники, жильцы обязаны предоставить управляющей компании. Представьте, капитальный ремонт, например, системы канализации во всем доме. Это разводка по подвалу и это стояки в каждой квартире. Складывается такая ситуация, подрядчик приходит на дом, живенько меняет разводку по подвалу. А в квартиры, если он не попадет в одну квартиру, весь стояк не меняется. Но ведь у подрядчика прописано все в проекте ремонта в нашем доме. Он не будет никого уговаривать и не будет ни за кем бегать? Это актируется, такие-то не пустили и все. У них есть срок выполнения капремонта, и в суд им ходить некогда. Если это все уйдет в суд, то это несколько месяцев. Сроки закончатся, у них появляются штрафные санкции и так далее. А кто будет плакать-то потом? Те жильцы, которые не пустили. Им не хочется сегодня вскрывать красоту вот эту, а завтра все будут затоплены. Сергей, если не запаковывать трубы в короба, что с ними делать? Вы встречали красивые решения? Красивое решение – это когда красивые люки, и их много. С другой стороны, технологии сейчас до того дошли, что слесарь приходит алмазным тоненьким диском по шву этой плитки, разрезает, это все достается, ремонтируем. И, в принципе-то, потом на клей можно это обратно посадить. Но вот очень рекомендую при новом строительстве остается часть плитки. Вы никогда не выбрасывайте ее. Потом ваши же правопреемники спасибо скажут. А непроведенный по всем правилам капитальный ремонт в доме – это потоп в вашей квартире и в любом случае вскрытие ваших красивых коробов при аварии. Кухня ЖКХ.